как открыть брокерский счет онлайн и участвовать в IPO компании UZAVTO Motors в сервисе JET. Как известно, на фондовом рынке невозможно торговать ценными бумагами без брокерского счета. Если у вас его нет, то вы также не сможете участвовать в IPO. Поэтому сначала вам надо открыть брокерский счет. Для этого, первое, скачайте приложение Multicard и авторизуйтесь в нем с помощью своего номера телефона. Второе, добавьте свою карту в приложение, чтобы потом через нее пополнить свой брокерский счет. Третье, на главной странице нажмите на раздел «Инвестиции», так вы перейдете в инвестиционный сервис JET. Четвертое, нажмите на кнопку «Открыть брокерский счет». Пятое, укажите свои паспортные данные и пройдите идентификацию. Шестое. Укажите свой email, выберите карту для оплаты услуги открытия брокерского счета онлайн. Седьмое. Ознакомьтесь с договором на оказание услуг инвестиционного посредника и условиями пользования сервисом JET. Если вы согласны с условиями, подтвердите свое согласие, проставив галочки. Далее нажмите на кнопку «Продолжить». Брокерский счет откроется онлайн в течение 15 минут после подачи заявки во время работы Республиканской фондовой биржи «Ташкент» с 9:30 до 16:00. Вы будете уведомлены об открытии брокерского счета с помощью SMS и пуш-уведомления. После открытия брокерского счета вы можете подать заявку на участие в IPO. Для этого зайдите в раздел «Инвестиции» в приложении Multicard и пополните свой брокерский счет на желаемую сумму, которую вы готовы инвестировать. Пополнение брокерского счета после оплаты осуществляется в течение 30 минут во время работы фондовой биржи «Ташкент» с 9:30 до 16:00. Далее зайдите в раздел «Инвестиции» и выберите вкладку «IPO». Выберите IPO UZAVTO Motors, нажмите на кнопку «Заявка на покупку». В открывшемся окне укажите подходящую вам стоимость за акцию в рамках представленного диапазона цен и укажите количество акций, которые вы хотите приобрести. Ознакомьтесь с условиями участия в IPO и подтвердите, поставив галочку. Нажмите на кнопку «Купить». Ознакомьтесь с поручением на участие в IPO и подтвердите свою заявку с помощью SMS, которая будет отправлена на ваш номер. Поздравляем! Ваша заявка принята! Желаем вам выгодных сделок!